фраза «я люблю себя», если ее повторять, 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 да, она чуть-чуть надоедает, и получается механически, но обнаружил, что она очень здорово работает, как способ переключиться с внешнего мира на осознанность. Вчера стоял там у метро Гидропарк, и ну и там было шумно, люди ходят, болтают, музыка играет с разных кафешек. И так пробую осознаться, и так сложно. Сложно осознаться, все эти звуки меня разбрасывают, растягивают внимание в разные стороны. А сказал, я люблю себя. Опа! И сразу есть возможность как бы что осознавать. Удивительно. И вот сказал один раз, я люблю себя, и после этого спокойно уже осознаю. Здорово очень.